Юра Решняк, 16 лет, город Москва. Ну, я иногда реагирую на некоторые ситуации слишком агрессивно, по-нездоровому. Иногда люди пугаются от этого, я сам тоже. Моя мечта направлена на улучшение качества жизни вообще во всем мире. Ну, я хочу, чтобы мир царил в этом мире, и все любили друг друга, у всех было добро, а не то, что сейчас происходит. Для начала я хочу понять, как вообще работают отношения международные, потом получить профессию, пойти там в МИД, стать дипломатом, ездить по разным странам, узнавать, как они живут, привносить что-то свое, настраивать с ними положительный контакт. И так со всем миром. Я боюсь того момента, когда я буду сидеть и понимать, что у меня вообще никого нету. Для счастья, чтобы родители были здоровы, личный успех, достаток. Я хочу купить машину. Я давно мечтаю поехать в путешествие по России, съездить к бабушке, она у меня на юге живет. Ну, если человек хочет стать артистом, откровенно, то он делает все, чтобы это сделать. Просто сейчас такое время, когда лучше заниматься тем, что тебе искренне нравится, чтобы ходить на работу с улыбкой. Хотя, ну, наверное, это не всегда будет получаться, но нужно делать то, что вот тебе по кайфу.